Итак, всем привет! У нас на обзоре торговая марка Gillette Series, а это именно у нас гель для бритья для чувствительной кожи с алоэ. Обошелся он мне по акции 199 рублей за 200 мл. Открываем, встряхиваем и сейчас попробуем, как этот гель для бритья пенится. Имеется ли запах? Ну, в общем, заценим. Ну, неплохо, посмотрите, расходится. Стабильная и упругая пена получается. Неплохо. В принципе, сойдет. Запах присутствует, кстати, освежающий. Достаточно бодрый. Нормально. За 199 рублей как раз самое то. Тем более по акции в Магнит Косметикс, или как это называлось, магазин. Да, Магнит Косметикс. Да, в принципе, неплохо. Сойдет. Так что, кто задумает приобрести, можно посоветовать.